Всем привет! По заставке вы поняли, что я куда-то иду. Сейчас расскажу, куда же я пришла. Пока что я пришла в парк, как бы, потому что мне нужно будет подождать какое-то время, и давайте мы это время сейчас потратим на то, что я объясню, что я здесь хотела делать. А конкретно я сейчас в Берлине нахожусь, и я приехала на контроль к своему врачу. И это как раз сегодняшняя тема. Я обещала вам рассказать о чем-то удачном, да, о чем-то удачном, что произошло со мной в плане медицины в Германии. Конечно, по заставке, опять же, вы поняли, что за врач. Думаю, все люди опытные, да, ну и кто-то даже сталкивался с данной проблемой. Но хочу сказать, откуда это все произошло. Давняя история очень, со времен рождения первого сына, и то есть длится уже 16 лет, и дело было в Корее, и там тоже сыграл свою роль человеческий фактор, когда врачи не поняли, что ребенок очень крупный, УЗИ тоже ошиблась, то есть все эти хваленные американские аппараты УЗИ, которыми пользуются в Корее, тоже не сработали как надо. И, соответственно, были очень тяжелые роды. И, ну, вот эта проблема возникла, о которой я даже раньше и не знала, и не думала. Но потом так получилось, что все прошло само. Не потребовалось особого лечения. Мне выдали там какую-то мазь. Все прошло само. А потом, когда родился второй ребенок, был очень краткий период между двумя родами. И, к сожалению, ситуация усугубилась еще и тем, что потом с двумя детьми я была практически одна, а первый муж нисколько не помогал с детьми, и второй ребенок родился зимой, и приходилось таскать этих навьюченных детей, навьюченную коляску до лифта. Вы знаете, как русские дома старые, да, то есть лифт не сразу у входа, а там еще нужно много ступенек подняться наверх. То есть вот это я все таскала, и в 5 месяцев, когда младшему ребенку исполнилось 5 месяцев, у меня открылось очень сильное кровотечение. И операцию никакую, конечно, не хотелось делать, потому что в свое время я лежала в таком отделении по другой проблеме, и я насмотрелась там таких ужасов, кто лежал с трещинами, с узлами, с чем, вот совсем подряд, и насколько люди страдали после операции, им эти перевязки делали, выдирая там эти все турунды. В общем, было ужасно страшно на операцию соглашаться. И я лечилась тем, что уколы делала, склеивающие вены уколы, которые помогли мне примерно на 10 лет. То есть было несколько этих процедур, потому что боролись как могли. Врач был в ужасе, сказал: «О, боже мой, молодая девушка, а все там как у старой бабки запущено». Да, вот так вот было, потому что собой заниматься было абсолютно мне некогда. Я занималась только детьми, ну и выживанием, да, постольку-поскольку. И когда я была в Корее, конечно, все это усугубилось, потому что я и таскала сумки, и стресс, и недосып, и нервы. Естественно, это все очень сильно влияет. Приехав сюда, в Германию, я как-то так мало на это время обращала, и проблема усугубилась сильно во время локдауна. Во время локдауна, потому что неподвижный образ жизни. Представляете, да? То есть я очень прочувствовала, как мне стало плохо. То есть было-то плохо, да? Стало еще хуже в этом плане. И я начала искать врачей, наконец нашла на себя время, начала искать врачей, причем чтобы не уколами, а кардинально как-то решить эту проблему. Я нашла врача-хирурга в Шверине, поехала на консультацию. Он посмотрел, сказал: «Ну, у вас вторая стадия, но я по ощущениям, у меня стадия уже там 105-я, наверное». Вот. И когда он объяснил, как будет проходить операция, мне как-то на операцию сразу перехотелось, хотя я уже как бы настроилась, я в молодости боялась этой операции, как я сказала. А тут я решила: ну ладно, окей, перетерпеть немного, и все, и пусть будет операция. Но операция происходила следующим образом. Вырезается, ну, вот этот кусок, который там очень сильно мешает, узел, да, узлы. И вот с этой открытой раной, то есть это метод открытой раны, этим методом вот так вот делается операция, и тебя на следующий день, ну, понаблюдали немножко ночью, на следующий день выпускают домой, и ты с этой открытой раной приезжаешь домой и начинаешь там дальше пытаться жить.
Честно говоря, мне стало еще страшнее после такой перспективы. Операция была уже назначена, то есть должна была приехать в конкретный день, сдаваться, кровь сдать, там все, то есть все уже было назначено. У меня даже там кровь взяли уже заранее, чтобы было там все подготовлено, все анализы. Но за несколько дней до того, как сдаваться, я позвонила и сказала: нет, я лучше буду искать второе мнение, я операцию перенесу. Ладно, окей, это без проблем, перенести все можно. Я задала вопрос в русскоязычных мамах в Германии, это группа такая, где очень хорошо помогают и всегда дают советы, потому что многие уже это прошли, или кто-то где-то слышал, или у кого-то связи с врачами, как я говорила, да, искать надо связи. И мне посоветовали нескольких врачей, я остановилась на враче, к которому вот я сейчас и пришла на контроль. Остановилась на враче в городе Берлине. Практика, может быть, вы увидели уже адрес, Фазаненштрассе 60, да, Фазанья улица 60, очень красивый адрес. Доктор, зовут его доктор Лох, то есть он как раз под свою фамилию подобрал себе отличную профессию. И он оказался действительно знатоком своего дела, в том плане, что он посмотрел, все увидел, сказал: да, выглядит очень так себе, вот, и предложил мне неоперативный, ну как, это называется операция, но это бескровный метод. И потом я вспомнила, что у одного немецкого блогера я видела рассказ про эту операцию. Парень молодой рассказывал тоже с такой же проблемой, но у него, если у меня получается хроническая вещь, да, то есть вот столько лет уже я с этим хожу и, ну, пытаюсь как-то лечить, у него острый случился геморрой, да, будем называть своими словами. Вот, и прямо ему было ужасно-ужасно плохо, и он его потом вот... Много месяцев он тоже терпел какие-то там примочки, что-то делал, потом уже даже сидеть не мог и, в общем, очень страдал. И в итоге он попал на вот эту тоже процедуру. Я запомнила, его процедура называлась Рафаэлла. Рафаэлла, да, такое милое название. И когда мой врач, доктор Лох, мне показал брошюру с названием Рафаэлла, я вспомнила: ага, парень рассказывал, было дело, я буквально так, ну, послушала мельком, и вот. А тут всплыло в памяти. Короче говоря, процедура состоит из того, что вам вставляют электрод или что-то типа того, нагревают током, и вот эти все узлы испаряются, сдуваются. Перед этим делают местную анестезию, укол. Ну и, в общем, короче говоря, я прошла через эту процедуру и могу сказать, что это совсем не так страшно, как слышится. Процедура длится 5 минут. Ну вот 5 минут, 10 минут перетерпеть можно, вот честно, да? Перетерпеть можно, чтобы потом у вас было лучшее качество жизни, да? Мы же для чего все это лечим? Лучшее качество жизни. Да, во время процедуры не очень приятно, скажем так, мандраж из-за ожидания чего-то ужасного. Потому что укол обезболивающий, он обезболил все. Врач, опять же, очень, ну... опытный и правильно как бы уколол, да, что нигде ничего не болело. И потом, когда начинает нагреваться, медсестра считает 300, 400, 500, 600. У меня такое чувство было, что сейчас будет взлетать ракета. Вот, потом она 800, 900, 1000. И страх нагнетается от того, что ты думаешь, что сейчас перейдешь какой-то порог и будет ужасно больно, что вот, ну, уже заморозка не сработает, когда уже 1000 и вот это вот все. И там потом 1200, 1400, и я лежу и думаю: о боже мой, сейчас это случится, это страшная боль. Потом она сказала 1600, и доктор Лох сказал: достаточно. То есть ничего не происходило особо страшного и ужасного, я ничего не почувствовала. Все, меня там запаковали, забинтовали и отправили домой. Отходняк, ну, как после каждого вмешательства с обезболивающим, конечно, будет что-то больно. Но вот какого-то такого страшной боли, да, там, во время ходить в туалет или что-то такого, ничего такого не было. То есть я довольна самой процедурой. Доктор Лох оказался очень-очень внимательным врачом. То есть он дал мне свой сотовый телефон и сказал: на завтра обязательно мне позвоните утром, чтобы я знал, как у вас прошла ночь. Я не успела ему позвонить, если честно. Он позвонил мне сам
и сказал: «Я забыл сотовый дома и боялся, что вы будете мне звонить и не дозвонитесь. Поэтому я позвонил вам сам с нашей праксис, ну, с нашего, с поликлиники, чтобы узнать, как у вас дела». Я считаю, что это, ну, вот это настоящее человеческое прекрасное отношение. А потом я должна была приехать к нему через 3 дня на проверку, потом через 2 недели, потом через месяц. А, в общем, я ходила и все-таки продолжала жаловаться, что что-то мне все-таки мешает, что-то не то, что-то не так. И он немножко во время осмотра, спросив разрешение, позвольте, я еще раз полечу вас, он докалывал опять же вот эти склеивающие уколы, которые у меня были раньше. И вот после последнего склеивающего укола, плюс вот эта процедура, мне стало вообще настолько хорошо, как не было никогда, если честно. Вы знаете, это прекрасное чувство. Люди, я знаю, что из вас многие это испытывают или испытали, потому что на моем пути жизненном, ну, встречался, наверное, каждый второй, кто какие-то мучения вот в этой вот сфере внизу испытывал. Поэтому, когда я начала писать об этом в Фейсбуке, и, ну, сначала для друзей, ну, потому что тема, типа, стыдная, это все так позорно говорить. И мне стали люди писать: хорошо, что вы это пишете, я не знал, куда пойти. У меня тоже это есть. Женщины особенно, да, беременность, роды, это все настолько усугубляющие факторы. Это нифига не омолаживающие процедуры, роды и беременность, как принято рассказывать. Нифига, товарищи. Это ты с собой потом несешь ворох проблем, в виде вен, в виде геморроя, в виде диастаза, разошедшихся мышц живота, в виде давления, в виде, не знаю, какого-то там оставшегося, ну, в общем, много всего, да, дети достаются здоровьем, не только трудом, нервами, но и здоровьем женщины, это так было всегда, да. И кто, если это не знал, для вас это, наверное, новость, но я считаю, что для 99% людей, которые меня слушают, это, конечно, нисколько не открытие века, да? Особенно много, конечно, меня читают подписчицы мам, и мамы могут все это подтвердить. Ну так вот, да, рекомендую вот эту процедуру Рафаэла, если вы в Германии, вы можете, или в Берлине, вы можете доехать до доктора Лоха. Доктор Лох — это такой маленький старичок, который видно, что опытный, то есть он давно этим занимается и знает свое дело. И вот сейчас я приехала сюда на контроль через месяц от последнего укола, а всего от процедуры прошло 3 месяца, наверное. И вы знаете, вот я была недавно в больнице, и я буквально проверила на себе вот эту процедуру, да, что у меня все хорошо происходит, извините за подробности, потому что, когда чужой человек в комнате, да, соседка, когда вот эти вот процедуры с тобой делают болезненные, да, эти уколы и все, да, то это как бы давит же на тебя, да, любой стресс, это у человека, у которого проблемы вообще вот там, ну, вот с этими вещами, да, любой стресс ему там делает запор или все-то такое, вот. Здесь все было замечательно, и то есть это было проверено на стрессоустойчивость. На стрессоустойчивость была проверена эта процедура. И вот, пожалуйста, да, это хорошая новость, что тут мне помогли, и тут я довольна. Вот, а я сейчас жду у них обед, я приехала раньше, да, зависит все от поездов, конечно же. Сижу, пока наслаждаюсь, записываю для вас видео. В общем, товарищи, не болейте. Вещь очень неприятная, и если вы терпели и наконец дотерпели до той точки, когда вы сказали: все, надо что-то решать, то вот такая процедура существует, безоперационная. Я считаю, это очень хороший вариант, без того, чтобы резать, да? В общем, вот так вот, да, люди, всем здоровья, надеюсь, никого, никто не отпишется, не скажет: ах ты, блин, гадости нам тут рассказываешь, да, на самом деле, ну что, это проза жизни, вот так, да, вот так случается, вот так бывает, в общем, не болейте. Так, ну вот, вышла я, в общем, после контроля, контроль пройден, получила еще один укол склеивающий, и теперь мне на очередной контроль в декабре. И пока я там сидела в комнате ожидания, я вспомнила еще, ну, что я могла бы добавить. То есть мне переносили эту операцию пару раз, потому что была назначена процедура вот эта Рафаэла. И мне
позвонили потом и сказали: доктор Лох у нас в командировке, хотели бы вы перенести или вы хотите, чтобы все-таки вам сделали эту процедуру, но это будет доктор Шранк. Интересные имена, да, доктор Лох, доктор Шранк. Я сказала, что да, давайте, пусть будет доктор Шранк, без разницы, потому что я хочу уже быстрее от этого избавиться, от чувства неприятного. И мне сказали: я окей, come and see, приезжайте. И вот в день, когда я уже купила билет и собиралась ехать, и муж у меня отпросился, остался дома с детьми, буквально мне оставалось там полчаса, чтобы выйти на поезд, и я бы уже поехала, и как бы было бы уже ничего не провернуть назад. За полчаса до выхода из дома мне звонят опять из Праксиса и говорят: вы знаете, мы поговорили с доктором Лохом, и он сказал, что он лично вас будет оперировать, и давайте перенесем термин на тогда, когда он приедет. Опять же, да, считаю это такой ответственностью врача, которая меня тоже, ну, как бы, с одной стороны, да, перенесли, это нехорошо, но хорошо то, что вот эта забота, да, и внимательное отношение врача мне очень понравилось, ну, что, опять же, согласовывается с тем, что как он потом, ну, вот, за мной ухаживал, да, в том плане, что приезжайте, позвоните, сам позвонил. То есть вот это, да, это классное такое человеческое отношение специалиста, который не только специалист, но и хороший человек получается. Вот сейчас мы с ним пообщались, поговорили, и в декабре я опять к нему на прием. А вот такое небольшое добавление, да? Еще раз, не болейте, всем хорошего дня и здоровья!